Гоняешь меня больного. Извини, извини. С поломанной рукой. Итак, добрый день, дорогие друзья. Вашему вниманию предоставляется возможность увидеть очередной матч футбольного турнира «Пульс». Первый дивизион. Встречается футбольный клуб КБ «Южная-2» и футбольный клуб «Индустриал». КБ «Южная» сегодня будет выступать в своей родной форме. Это белое-синее. И «Индустриал» сегодня выступает в салатовых манишках. Я думаю, это должен быть очень интересный матч. КБ «Южная» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице. У них 14 очков. У них 4 победы, 2 ничьи и ни одного поражения. Команда «Индустриал». У них в активе 12 очков, 4 игры и 1 поражение. Этот матч очень важный, как бы. Это, можно сказать, одни из фаворитов чемпионата встречаются в игре. Итак, игра началась. По ходу уже будем знакомиться с вами, с участниками этой встречи. Я бы сказал, наверное, фаворитов этой встречи нет. Два равных соперника, это так. До старта. Что же покажет игра, мы с вами увидим. Так вот, живо начинается эта встреча. Оранжевый мяч, оранжевая футболка. Ну что, давайте познакомимся со стартовыми составами людей, которые будут принимать в этом участие. Так, начнем с КБ «Южного». Брынза Святослав, это 30-й. Вот он сейчас с мячом, вы его, наверное, не видите. Вот он выходит, это Брынза Святослав. Белая футболка. Играет он в защите. Первый номер, который сейчас с мячом, это Данченко Павел. 29-й номер, вот он у ваших экранов, Дегтяренко Антон. Долина Владислав. Домина Владислав. Кальментьев Александр. Артем Дорохин с мячом. Его в клубе называют просто Дороха. Вот он, Дороха с мячом. Артем дает передачу. Я думаю, можно что-то заработать. Давай. Встретимся. Хорошо, так. Да, он точно. Вратарю попало в лицо, немножко его дезориентировало. Так, угловой. Николай. Вратарь. Дорохин. Дорохин лучший бомбардир в своей команде. Артем, вот он с мячом. Вот, дают ему развернуться, дают пройти. Нет, нет, все-таки останавливают его. Итак, движемся дальше. Давайте познакомимся. Вот, вот, после этой атаки. Вот хороший момент, острый момент. Итак, Налета Руслан также выступает за футбольный клуб КБ «Южная». Вот он справа, 28 номер. О, удар. Но это удар звезды. На воротах КБ «Южным» Ратников Антон. Сейчас его пока не видите. Оранжевая форма, 33 номер. И Савастру Роман. Вот, хороший удар. О, опасно. Это было опасно. Пробивал Голованюк Сергей, футбольный клуб «Индустриал», как ребята его называют в команде «Одесса». Это вот он с левой стороны, оранжевая, видите, у него такая футболка, 8 номер. Также, ну, уже говорили мы, вратарь это Николай, уже ветеран, вот он с мячом. О Дорохине и Артеме мы говорили. Тоже он в составе. Два брата Гергеля. Гергель Артем. Вот он с мячом. Это младший брат. И
старший брат Гергель Сергей. Мы его сегодня еще с вами увидим. Пока мяч у нас замене. Вот хорошая контратака. И так удар. И это 1-0. 29 номер. Дегтяренко Антон выводит свою команду вперед. Хорошая получилась контратака. И Антон забивает гол. На поле вышел Владислав Домина. Освежить игру. Пятая минута. КБ Южная ведет в счете. Ой, болючий удар. Шевченко только что был с мячом. Первый номер необычный, конечно, для... Ой, как он проходит. И вот, ай-яй-яй, очень опасно было. Павел очень опасно прошел и зацепил Владислава Домина. Домченко Павел Домина. 28 номер. Руслан Налета. Итак, давайте познакомимся со всеми участниками футбольного клуба «Индустриал». Танцюра Денис. Он сейчас вот играет в защите. Вы можете видеть, это в красные шорты, красная футболка. Цукор Сергей. Сейчас он на замене. И Шевченко Александр. Он сейчас с мячом. Шевченко Александр. Что ж, 1-0. Что предложит «Индустриал» в этой игре? Пока есть такая какая-то сумбурная у нас получается с вами игра. Мало комбинаций, больше много потерь мячей. Все-таки остается с мячом. И вот-вот хорошая скидка. И удар. Нет. Ну опасно, очень опасно было. Снова этот первый номер. Вот что-то он очень активен, Павел. Домненко Павел очень активен, как бы. Я бы выделил его с команды Интерпайп, как бы. Будет легко. Ай-яй-яй-яй. Не получилось убежать в контратаку. Денис Танцюра не смог отдать выверенный, точный пас. Что? О, Дороха. Дороха фалит. Против Святослава. Развели мяч. Вот видите, парень такой живчик вышел на поле, видно такой заряженный. Это Цукор Сергей. Довольно такой активно себя ведет на поле. О, вот. Очень опасно. Бил на противоходе, буквально совсем чуть-чуть не хватило, чтобы забить гол. Дороха. Опасно играет. Нет, все-таки выдряпывают мяч, отдает хороший пас. И вот ударная позиция. Нет, зацепил его все-таки. Первый номер. И вот удар. Четко по центру. Удар, может быть, был неплохой, но вратаря. Коптилы Игорь вышел на поле. Вот он с правой стороны в нападение. Освежить игру. Вот передача. Нет. И также вышел Александр Кальментьев. Замена у КБ Южная.
вышли новые игроки. Вот-вот-вот. И вот первый удар. Не точно, но вратарь коснулся этого мяча, хотя, наверное, ему не надо было этого делать. И угловой. 9 минут уже сыграли, 1-0. КБ Южная впереди. Но темп у нас не высокий. Так вот спокойно проходит игра. Вот парень этот желтый Гетров очень активно так вошел в игру. Прессингует. Показывает желание, что все-таки он заряжен на игру. И вот в простой ситуации Гергель, друзья. Сергей Гергель выходит на поле. Сейчас он побежал за мячом, как бы. Вы его не видите. Вот он. С правой стороны на ваших экранах. Ой, как хорошо. Это было очень. Друзья, это было 5 баллов. Как он скинул, как он прошел, пробил штангу. Нравится, как бы, такая игра зрителям. Очень зрелищная, очень хороший проход. Цукар Сергей, как бы, ну, хотел бы выделить его в команде Индустриал. Все-таки, как бы, я думаю, он сейчас на данный момент самоостро играет. Вот снова, смотрите, снова какой перехват. Ну, вот, ну, молодец. Выделяем мы этого игрока. Цукар Сергей. На левом фланге атаки своей команды. Ну, на левой для нас. Для него это будет правый фланг. Вот передача Гергель. Ветеран, которому ему в январе исполнится 40 лет. Я думаю, мы возьмем у него интервью на 40 лет, как бы. Страна должна знать своих героев. Все-таки 40 лет это уже уважаемый возраст. И Сергей продолжает играть. Вот обрезочка. Какая обрезочка. И снова 29-й номер. И это штанга. Вторая штанга у нас в этом матче. Была одна штанга в одни ворота, теперь другие. Вон Дороха выходит на поле. Также Дорохин Артем у нас является неизменным медиком нашего турнира. Он учится на последнем курсе в институте, будет медиком, хирургом или кем он там будет. Ну, что отметил бы, если говорить о нем, очень спокойный. Как бы, и по его лицу никогда не можно сказать, что за эмоции. Он не всегда эмоции одинаковые. Заводятся игроки. Привлекается судьей, за что и получает желтую карточку первый номер. Это Домненко Павел. Вообще не нужно разговаривать с судьей. Судьей показал, он может, конечно, ошибиться. Но зачем заводиться, зачем с ним разговаривать? Это ничто не даст. Вот. Простой ситуации. Потеря, снова потеря. Обоюдная потеря мяча. Тем не менее, мы подходим уже к концу первого тайма. Осталось несколько минут до конца встречи. Такая равная игра, равная борьба. Но КБ Южным удалось забить. Снова выходит желтый Гетры. Активность. Ну, видно, заряжен все-таки на игру Сергей Цукар. Дороха, Цукар. Вот какой передача. А, не смог хорошо подработать себе мяч. Ну, очень хорошая разрешная передача прошла на Артема, но он не обострил. Он остановил игру. Ой, тоже неплохой разрезной пас. И это просто пас Коли. Дороха в никуда. 29 номер. Опасно. Сегодня 29 номер хорошо играет, много угрожает воротам.
Вот первый номер. Дороха чуть не обрезал команду. И вот. Ай, как обрезались. И первый номер. Павел Демченко. Домненко, извините. Который буквально минуту назад получил желтую карточку. Вот он удваивает преимущество своей команды. 2-0. И это в раздевалку перед за минуту до свистка на перерыв. Так 2-0. Индустриал проигрывает. Ой, фалит Артем. Наверное, это уже нервы. Никто не любит проигрывать, никто не хочет проигрывать. Но тем не менее. Первый 29 номер. Я выделил бы, наверное, этих ребят в команде. И удар. Думаю, будет удар. Нет. Все, первый танк, ребят. Фамилия! Кто забил первый гол? Допинг!